Сегодня, братья и сестры, все мы провожаем в последний путь нашего великого старца, архимандрита Виталия. Сегодня мы возносим наши молитвы, чтобы Господь упокоил его бессмертную душу в селениях праведных, и где же все святые упокоиваются. Тот, кто знал архимандрита отца Виталия, тот, кто имел радость общения с ним, знает, насколько святой жизни был этот великий и дивный старец. Спасай, надеющийся на Тя, Мать несходимого солнца, Богородительницы, умоли молитвами Твоими, преблагого Бога, упокойте, молимся, ныне приставшегося, и где же покаиваются праведные духи, божественных благ наследники покажи,